как бы описал. Ну, лично я Севастополец, я люблю город, описал бы всего с хорошей, самой хорошей стороны. Ну, какими словами, эпитетами? Ну, слова, эпитеты. Так быстро не вреду. Во все эпитеты можно предлагать. За что вы Севастополь любите? Ну, я родился в третьем поколении Севастополя. Так что, ну, люблю вот и все. Был в других городах, все равно возвратился в Севастополь. Люблю. Если бы я был с другого города, я бы описал, понимаете. А так как? Нормальный город. Я уже в него с 57-го года. Когда я с Дальнего Востока перебирался с поселка, мы настолько им были довольны. Все, и дети, и жена, и я. Город у моря. Город-герой. Красивый город. Город, в который я люблю. Как-то так. А за что вы его любите? Я сюда переехала учиться в этом году. И как-то уютно здесь. Море рядом. Природа красивая. Мне нравится. Хотя я сам тоже не отсюда, но здесь давно уже живу, больше 40 лет. Это город, наверное, не просто город, это морской порт, во-первых, да, и во-вторых, это рай, тем более вот сейчас, когда мы приехали из Подмосковья, у нас минус 20, трещат морозы, а здесь мы гуляем вот так вот в кофточках. Сказка. Конечно, это сказка. Город-герой самый красивый, самый любимый, море, радость и все. Самый лучший город на Земле. Спасибо. Это мой родной Севастополь.